Участвовать в забеге не только спортсмены. Показать себя может любой желающий, многие еще школьники. Но первыми к финишу приходят обычно опытные спортсмены, уделяющие много времени тренировкам. Воспитанница Агидельской детской спортивной школы стала победительницей среди девушек на дистанции в 3 километра. Тяжело было бежать, но на финише такой прям так много энергии. Ну, легко удалось, на финише было легко. А дистанция была тяжелая. Ну, нормально. Можно было бежать. Участвую каждый год. И в том году я тоже первое место заняла. Участники забега могут принять участие в соревнованиях, пробежав дистанцию в зависимости от возраста и подготовки. Самые маленькие бегут 500 метров. В числе победителей в этот раз и постоянные участники легкоатлетического забега Ильсур Тавбиев и Тимирбай Байдуганов. Несмотря на почтенный возраст, более 70 лет, они пробежали 9 километров и пришли к финишу вдвоем. Прошлый год 15, в этом году 9. Ветер против, наоборот, все сюда. Туда можно было. Вот победителем до пенсии. Вот когда на пенсию ушел, только начал бегать. На лыжах бегаю, да, на это. Ну и надо вот эстафета, вот, которая 9 мая, да что забывает. Вот. Самая длинная дистанция 15 километров. Преодолеть ее решаются самые опытные и выносливые легкоатлеты. Победа на этой дистанции досталась нефтекамскому спортсмену. Бежалось легко на этот раз. Слишком серьезных соперников не было. Очень понравились соревнования.